Боже, с удовольствием ты... сообщаем в гостях вам, что в библиотеке. Сегодня у нас в библиотеке, в нашей библиотеке «Открытость сказка» удивительный гость. Он много знает. Неизвестно, много ли так же он может. Но всегда, когда он появляется на экранах, у всех зрителей легкий трепет. Потому что, во-первых, он... У меня не легкий трепет, у меня большой шок. Да. Он рыжеволос. Он прекрасен. Просилий батько, стань. Он сексуален. Ти, я его хвалю. Тільки про секс я не думаю. Та тихо, посили батько, посили мать. Дорогая программа «Подъем». Мне втройне приятно, что программа «Кунсткамера» одной из первых поздравляет вас в утреннем эфире. Ты не знаешь, что там. «Кунсткамера» не будет желать вам абстрактных вещей. «Кунсткамера» желает вам как можно скорее пополнить ряды нашей программы. То есть стать экспонатами нашей программы. Тебе, Юра, желает купить 3 Феррари, а тебе, Маша, родить 6 детей. С праздником вас, ребята! Дякую, батьку! Кстати, как вы думаете, что здесь? Я думаю, что какие-нибудь тараканы. Давай. Тараканы? Тихо-тихо, книжечки. Валера, давай ми розвертаємо, а тобі зараз конкурс вести. Ага, добре. Ось тобі книжечка, яку ти повинен подарувати. Я приготовлю непогане запитання. На, це книжечка, яку ти зараз повинен подарувати. Повна енциклопедія гаданий. Уважаємо телезрителі, повна енциклопедія гаданий. Значить, вопросик следующий. В прошлом название исторических художеств... Раздвигается? Маша, вот мадагаскарский таракан. Вот он. Вот белый это, в розе? В прошлом название исторических, художественных, естественно-научных и других коллекций редкостных вещей и места их хранения. Свежий? Свежайший, Юра. Я всю смену работал, всю ночь, чтобы мне разрешили это принести. А если он повторяю вопрос. В прошлом название исторических, художественных, естественно-научных и других коллекций редкостных вещей и места их хранения. Что это? Разрезай. 238-801. Алло. Слухай, на что ты пьешь? Алло. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Вас зовут Хотелось бы сразу поздравить вас. Поздравляйте. Дякую. А тортик есть? Пожелать вам еще долго оставаться на экранах такими молодыми и красивыми. Если постареешь, жарбуну, свои завета, можешь 43 не... маску триматься на таком, знаете, ой, спасибо вам большое. Спасибо. Жалко, Валечка, что вас нет. С удовольствием просто... Да. Не отвлекайся. Здравствуйте. Я повторяю вопрос. В прошлом название исторических... Юр, пожалуйста. В прошлом название исторических, художественных, естественно-научных и других коллекций редкостных вещей и места их хранения. Что это? Я его так люблю. Банки, может быть? Банки? Ответ интересный. Близко, но не точно. Трехлитровые банки? Какие банки? Я слышал, у вас хорошая подсказка там была, достаточно точная. Место хранения редкостных вещей. Кто тут? Это я, Ира. Моя Гогожа. Будет маленькая подсказочка. Петр Первый. Да уже вспомните, какую программу он ведет и отвечаете. Я тут уже с голоду тут не сдох. Юра, ну пожалуйста. Ну, ведучий кунсткамеры, ну, читайте последнее слово. Ну, сегодня не должно быть проигравших. Тут уже беспредел. Давай. Им уже Ирочка. Ну, ответь. Ну? Машечка, на. Слушай, ты дайте девочке книжку. Сухофрукт. Ты ломучатая ей. Ира. Да, покажите еще раз Валеру, пожалуйста. Полная. Ира, я веду эту программу. Это слово. Ира, это слово «кунсткамера». Все? Кунсткамера. Кунсткамера, ответила Ира. Правильно, ура! Ирочка, эта книжка, полная энциклопедия гаданий, достается вам, мне втройне приятно. Мы ей трошки тортиком вымазали. Правда, Ира съела пару букв. Она сказала, кунсткамера, мне 2 буквы съела. Смачно. С целлюлитом приходящим. Моя рыжая бестия, это тебе. Боже. Это тебе 2. Может, ты меня поцелуешь? Пойду-ка я с тортиком пойду. Нет, я уже не могу.